Всем привет! Хочу немножко показать вам книжку. Получилась вот такая штучка. А это я больше склонна называть справочник. Здесь собрано, сжато очень много информации в удобные таблицы. Такая вот с ламинацией обложка. Мягкая, но все-таки сделанная поплотнее. И вот такие вот плотные странички, износостойкие, рассчитанные на то, чтобы много-много раз листать. Очень приятные и гладкие на ощупь. И вы можете вот увидеть, все сбито, никакой воды, никаких лишних слов. И много всякой различной информации, различно скомбинированная, в зависимости от того, что вас интересует. Вы можете открыть новый раздел, открыть интересующий вас фальнопсис и не перечитывать кучу-кучу всего лишнего. Также вот зеленым цветом, скажем так, я по цветам разбила немножко еще на разделы, кроме глав. Вот есть зеленого цвета, есть разделы вот такие оранжевого. Это тоже помогает ориентироваться. Есть разделы желтые и есть разделы голубые. Зеленым выделено то, что связано с местом обитания, с описанием, с уходом. Оранжевым то, что связано с цветением. Желтый – это про свет, про освещение. И голубой – это про полив и удобрение. Про полезные и нужные элементы для наших орхидей и как выглядит их нехватка и переизбыток. Вот так вот все разбито. Проделана большая работа, наконец-то она готова, наконец-то я могу ее показать, и вы можете ее получить. Ну что ж, не буду вас больше задерживать. Вот такая штучка, обязательно же еще будут фотографии, так что пишите, кому интересно. И смотрите, будут посты, где будет все подробно рассказано. На этом все. Всем пока-пока.